Пал, я тебе не девочка на одну ночь, понимаешь? Послушай, таких как ты тысячи, а я такая одна. И плевать на твои миллионы. Мась, ну прости. Алло, здорово, сказочник. Ну рассказывай, как жизнь, как на личном? Да в принципе, как обычно. Сегодня одна, завтра другая. Слушай, олигарх с общежития. Ты как их кадришь со 100 рублями в кармане? Дружище, да к ним просто подход надо знать. Ну так, может, и меня научишь? Легко. Вспомнил. Вчера Танюху видел. Может, возьми и позвони. Хорошая же девушка. Да с Танюхой только детей растить. Ну вот. Кстати, Сергеевна просила передать, что ты это... уволен. Блять. Друзья, вы на волне 103 FM, и у нас в гостях мастер пикапа Джузеппе, он же Евгений Сидорчук. Ты пойми, мужик, главное красиво рассказать. И у нас звонок в студию. Алло, мы вас слушаем. Я не твой принц, знаешь, я не твой экс. Снимай с себя одежду и снимай с меня стресс. Детка, ты секс, детка, ты секс. Снимай с себя одежду и снимай с меня стресс. Я хочу лишь тебя. Я завожу мотор, ты заводишь меня. Ты знаешь, в эту ночь мы будем сгорать. Текила я обливать, мы будем летать. Пускай мы даже не знакомы. Я получу тебя за полчаса, да. Размазана по мне твоя помада. Я научу тебя, как делать надо. Заново, заново, заново делай со мной. Ты лучше себе работу найди. Да я все вижу. Завтра ты нравишься мне, давай, подруга, двигай задом. Ты снова голодна, так попробуй меня на... Ей нравится ты, мне не нравишься ты. Поэтому я тебя ты. Пусть даже до утра, но не навсегда. Не навсегда, детка, не навсегда. Пускай мы даже не знакомы. Алло, ты мне машину когда вернешь? Сколько дней уже прошло? Ага. Чувака, машину когда привезешь? Алло. Я перезвоню. Перезвоню. Какое перезвоню, машину привез... Алло, Танюха, привет.